70-летнему юбилею детская музыкальная школа подошла с солидным багажом прославленных музыкантов, вокалистов и преподавателей. К праздничному концерту отобрали только самые лучшие номера из репертуаров всех отделений ДМШ. Открывал концерт сводный оркестр двух городов. Наш концерт был открыт совместным проектом двух музыкальных школ, и я с гордостью хочу сказать, что в нашей Нижегородской области это первый проект, первый совместный детский проект, играли два оркестра. Это духовой оркестр детской музыкальной школы города Павлово и наш симфонический оркестр. Эксперимент удался. По словам директора детской музыкальной школы, самым сложным в этом номере было найти время для сводной репетиции. Но несмотря на трудности, праздничный концерт начался с оваций. Подарок, который был вручен Наталье Захаровой главой администрации, тоже удостоился бурных аплодисментов. Еще приятно вручить вот этот замечательный сертификат на сумму более 500 000 рублей, чтобы школа могла купить себе все самое необходимое. На что потратить эти деньги? Вопрос решенный. Средства пойдут на обновление материальной базы учреждения. Но мы хотим закупить духовой оркестр, очень много духовых инструментов, и обновить русский народный оркестр, потому что инструментам более 50-60 лет, на которых играют детки, конечно, они уже просто пришли в негодность. Рубеж в 70 лет детской музыкальной школы имени Балакирева пройден. Многое за это время сделано, и в будущем, по словам директора Натальи Захаровой, предстоит тоже немало. Развивать школу, открывать новое отделение, которое позволит саровчанам всех возрастов учиться музыке. Кирилл Васинин, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.